Давно это было. Жила на свете могущественная богиня Кострома. Поклонялись ей люди, просили скорого прихода весны, плодородной земли, богатого урожая. Пока ее задабривали да величали, выполняла она просьбы. Но постепенно люди стали забывать о силе Костромы. И сама она со временем превратилась из грозной богини в холодную, пугающую людей снежную деву. А показывалась она только зимой, когда стужа, вьюги и заледеневшие реки губили народ. За это и прозвали ее в народе Снегурочкой. И стала Снегурочка олицетворением русской зимы, с ее жестокими снежными ветрами, голодом, холодом и всем тем, что сулила зимняя непогода. Вы уж поверьте, в дверь постучится сказка в конверте. Сказка в конверте! Время идет. Ага. И разлетятся по свету друзья. Километры не счет. Ведь нам терять эту дружбу нельзя. Дружбы, расстояние не помеха. Белый листок, ла-ла-ла-ла, в руки возьми и письмо напиши. Счастье глоток, ла-ла-ла-ла, другу пришли и кусочек души. А еще все-все новости все расскажи. Со стока на запад, с севера к югу, мы посылаем улыбки друг другу. Сквозь расстояние встретиться точно, людям поможет добрая почта. Добрая почта! Поезд спешит! И в океане плывет пароход. Почтальон по дороге идет. И что же там? Письма несет. Сердце открой, ла-ла-ла-ла, и распечатай заветный конверт. Вместе с мечтой, ту-ру-ру-ру, другу отправь в интернете привет. Письма развозят по всему миру. Чудо случится, вы уж поверьте, в дверь постучится сказка в конверте. Сказка в конверте! Ой, смотрите, а что это а там это такое? Звучат сегодня как песни. В праздничном ритме чудес круговерти. Мы открываем сказку в конверте.